Меня зовут Марат, мне 18 лет, и сейчас бы я хотел бы с вами поделиться мнением о компании Skyway. Почему я решил стать акционером и чем заинтересовал меня данный проект? Во-первых, это ноу-хау, это инвестиции в инновационные технологии, это всегда большие деньги. Во-вторых, это транспорт, способ передвижения. Посмотрите, сейчас люди во всем мире передвигаются между городами. Кто-то на самолетах, кто-то на поездах, кто-то на общественном транспорте катается в городе, кто-то на автомобилях двигается. Постоянно идет движение, есть спрос. В-третьих, это новая технология. Такого еще не было. Она лидирует по всем качествам безопасности, комфортности, экологичности, экономичности. Билет будет стоить несколько раз дешевле, чем билет на самолет и поезд. Я считаю, что именно за этой технологией будущее. Почему я решил стать акционером данного проекта? Потому что компания реально движется. Она не стоит на месте. Постоянно подтверждает свои слова делом. Регулярно идет фото- и видеоотчет. Это немаловажный фактор. Это вызывает доверие компании. Напоследок я хотел бы сказать, что в 2017 году планируется выход данной технологии на рынок IPO. Просто вдумайтесь, уже не за горами эта технология выходит на мировой рынок. На какой масштаб это все выходит? Это большие деньги. Сейчас все поскочат. Олигархи, государство, которое находится в кризисном состоянии, все будут вкладывать в эту технологию. Я считаю, что сейчас все в наших руках. Именно мы те люди, кто оказались в нужное время в нужном месте. Я желаю всем больших успехов в жизни и в бизнесе. Всем спасибо, с вами был Марат.